Баскетболисты Орликины играют вне причины, толкают яркий мяч, а кто-то хочет вскачь, нестись за игроком, и тень, и сон влеком. Я неким пусть шестым, тем игроком пустым, он Орликин и шут, играет 100 минут и прыгает так сильно, что рвется пуповина меж ним и миром вдоль ним. Ничья? О, нет, проворней стал тот, кто мяч украл, и кто судью ронял.